Чемпионский урок. В Центр спортивной подготовки сборных команд Самарской области приехала чемпионка мира по художественной гимнастике Ксения Полякова, которая несколько дней назад завоевала две медали в индивидуальном первенстве и в групповых упражнениях в Италии. Наша съемочная группа отправилась на мастер-класс титулованной спортсменки в спорткомплекс «Орбита», где занимаются ученицы 5-й спортивной школы, где как раз начинала свою карьеру Ксения. Еще год назад Ксения Полякова сама наблюдала со скамейки запасных за выступлениями своих коллег на Олимпиаде в Рио. В Италии самарчанка выложилась на 100%, как и вся сборная. Наша команда завоевала 7 золотых медалей, 5 серебряных и 1 бронзовую. И в итоге победила в медальном зачете. Но впереди еще много работы. 17-летняя Ксения планирует участвовать в чемпионате мира в Болгарии и на Олимпиаде в Токио. При этом спортсменка понимает, что подрастают достойные конкурентки. Я считаю, что у нас есть большой потенциал, потому что у нас есть очень сильные тренеры в Самарской области, в Самаре, которые готовят хороших гимнасток. Я считаю, что у нас есть 3 зала, которые самые подходящие. Это спорткомплекс «Грация», «Орбита», как я сегодня убедилась, и спорткомплекс «Локомотив». В 5-й спортивной школе Олимпийского резерва Ксения занималась до 12 лет. Ее вели 2 самарских тренера – Ксения Рябова и Елена Лысенко. Такая, как Ксения, она была видна с детства. И то, что есть стержень в ребенке, конечно, это с детства. Но здесь много сопутствующих факторов. Любой тренер старается такого ребенка выявить и, конечно же, дальше дать ему дорогу. А дорога ему дальше, ну, Москву, сборную. Но это самородок. Они рождаются очень редко. Это как бриллианты. Ксения показала подрастающим звездочкам несколько упражнений с обручем. Для молодняка это возможность улучшить свои навыки. Но юные особы не остались в стороне и вынесли на суд чемпионки свои номера. И спортсменку впечатлил уровень самарских гимнасток. Анастасия Шамшурина, Дмитрий Лукин, СТВ.